Валерий Григорьевич и Светлана Николаевна Домащенко вместе 53 года. Однако супруг уже более 20 лет прикован к постели. Валерий Домащенко пришел на службу в 1975 году политруком в линейный отдел милиции в аэропорту Сочи. Напряженная работа привела к ухудшению здоровья. Спустя годы супруги отмечают, что, в общем-то, ничего и не изменилось. Они по-прежнему вместе, выросли дети, подрастают внуки. А в доме часто собираются родные и друзья.